Всем привет! Сегодня у меня обзорчик на этажерку ладья 14К. Заказала я ее для своих фиалочек. Так, посмотрим сначала, что пишет производитель. Так, материалы, значит, сталь, полимерно-порошковое покрытие, пластиковые элементы. Так, габариты вот такие. Сделано в России. Ну что ж, сейчас я вскрою, мы посмотрим ее. Так, вскрываем. Запчасти металлические. Так, это колесики, но они мне не пригодятся, потому что буду ставить на подоконник. Такие не бывают. Брала ее через СП за 1506 рублей. Цена очень приличная. В плане не такая высокая. Вот еще. Производитель предлагает вот такой вариант хранения. Что здесь может находиться? Как для кухни, так и для детских. В моем случае для цветочков. Так она выглядит. Сейчас покажу расстояние между полочками. Смотрите, от нижней до второй. От первой до второй. Больше расстояния, чем между остальными. Получается, здесь где-то 330-340 миллиметров расстояние между первой и второй полочкой. А между остальными получается вот в районе 220-230 миллиметров. Так, что здесь, смотрите, еще интересного есть. Собирается легко. Здесь есть крючочек, на который можно что-то подвесить. Я даже знаю, что какое-нибудь плетущееся растение я здесь буду вешать. В общем, хорошая штука. Вот сейчас еще покажу колесики к ней в комплекте. Какие. Так, вот еще такие колесики. Вставлять их не буду. Этот цвет серый. Есть еще в черном цвете такие же. Очень все прилично выглядит. Очень даже хорошо. Сейчас я сюда поставлю фиалочку, чтобы приблизительно вы поняли, как это будет выглядеть. Вот решила еще все-таки создать бытовую химию, чтобы наглядно продемонстрировать, как здесь все размещается. Потому что, может быть, кто-то, кто смотрит этот обзор, не для цветочков приобретает, там для кухни что-то ставить, кухонные принадлежности. Ну вот цветочки вот так выглядят. То есть места тут еще вполне. Между полочками хватает. Тут всякие фейри. Фейри большая упаковка. Прекрасно. То есть еще место остается. Достаточно вместительная этажерка. В общем, первые впечатления очень хорошие. Класс. Ну и в конце покажу, что у меня сейчас цветет и собирается цвести. Это Window Comet. Такой шапочкой цветет. Это ее первое цветение. Быстро зацвела из листика. Вырастила ее. В экстаз. Нравится мне эта фиалочка. Еще не очень она разошлась. Надеюсь, следующее цветение будет еще лучше. Но, в принципе, уже неплохо.
да, здесь у меня еще и цветущие, там тоже авоэкстаз. Детка собирается цвести. Здесь у меня Дарья все еще цветет потихоньку. Эльфийский сад планирует цвести. Так, а здесь у меня бриллиант Тиффани. Там у нас под листиками куча-куча не деток, а цветочков. Режим ждуна включим. Так, поднимаемся выше. Здесь все детки. Там снова Робс Чилливилли собирается цвести. Это уже не детка, это взрослая фиалочка. Вот такая маленькая. Ну и тут еще оборвала немного. Так, тут отцвела Баларта Кампана Смарадос. Трейлерная фиалочка мини. Это тоже Робс Чилливилли. Стартер. Собирается цвести. Там есть бутончики. Так, и последний этаж. Тут тоже детки. И затесались тут у меня Шлюмбергера кремовая и Миртик. На этом я закончу. Всем пока-пока. До скорых встреч.